Значит, все-таки потекло. Видно, наверное, как капает. Либо пробка на помпе, которая. Либо задняя вот эта крышка с прокладкой, где сама крыльчатка. Капает прямо на балансир коленчатого вала, а потом вниз на мост. Немножко разбрасывает наверх. Вот. Но это я, наверное, уже завтра посмотрю. Сейчас еще патрубок верхний холодный, еще не нагрелся. Датчик уже 90 показывает где-то. Да, ровно 90. Воздух у нас уже идет горячий, хороший. Значит, система работает, все нормально. Сейчас дождусь открытия термостата, если откроется, то на сегодня хорош. Время 3:10, пора бы уже двигать спать, наверное. А завтра на свежую голову продолжим. Думаю, что подтяну пробку и подтяну заодно эту заднюю прокладку над крыльчаткой. Надеюсь, должно помочь. Не хочу опять снимать все это заново, потому что антифриза просто не хватит. А сливать его в канистру не получается, как правило. Он проливается мимо, он весь пол залит. Вот. Завтра буду доделывать, закончу отчет. Там уже будет видно, что как. Но в целом очень даже хорошо. Радует муфта, очень радует муфта, которая отлично работает. Если повышаешь обороты акселератором, то и она, соответственно, начинает крутиться быстрее. Та старая вообще уже никакая была. Ей было глубоко наплевать на то, что ты газуешь, не газуешь. Вообще не двигалась с места. Но вот датчик чуть больше 90 поднялся. Воздух горячий идет. Но патрубок еще холодный, еще термостат не открылся. Ну, пока подожду. Вот, значит, завтра с утремана продолжу эпопею. Будет видно, что там дальше, как.